Книга «Открытым оком», том 1, тема «Внутренний мир человека», вопрос 2013. Если нет мира в сердце, если что-то беспокоит, если не можешь найти себя, свое место в жизни, а может просто не знаешь, как это сделать, то что делать, с чего начать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ответ нужно искать в Библии, полюбить Слово Божие. Псалом 137:2. Цитата. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Хотя исследователь находит в Библии более 500 имен Божьих, но сам Господь Слово Свое, Библию, возвеличивает превыше всех Своих имен. Выражение, в кавычках, «найти самого себя» – не библейское выражение. Согласно Священного Писания, «нас находит Христос». Псалом 118:176, цитата. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Господь говорит. Иоанна 14:27, цитата. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Существует три рода мира. Первое. «Мир человека с Богом» Римлянам 5:10, цитата. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». 2 Коринфянам 5:19, цитата. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Колоссянам 1:22, цитата. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Второе. Мир между людьми. Притча 16:7-19 стихи. Цитата. «Когда Господу угодно пути человека, Он и врагов его примиряет с Ним. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». Притча 17:1. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором». 3. «Мир с самим собою». Колоссянам 1:20. Цитата. «И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». 1 Иоанна 3:20. Цитата. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». 1 Иоанна 3:21. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Римлянам 2:1. Цитата. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую».